В Москве активисты вышли на очередную акцию «Стратегия-18». Это акция солидарности с Украиной и жителями Крыма, а также коренным народом полуострова, крымскими татарами, не признавшими аннексию. Активисты отметили, что так называемый референдум должны были провести сначала в Украине и России, а уже потом решать статус Крыма. Во время пикета также требовали освободить украинских политзаключенных, находящихся в России и оккупированном Крыму. Свободу! В 44-м году, когда Сталин выслал крымских татар на их место, потом, причем по преимуществу насильно, заселялись граждане. Чаще это были русские люди, и никто не спрашивал их мнения, хотят ли они быть там заселенными. Требуем соблюдения Конституции России. Присоединение Крыма – это нарушение статьи 15, пункт 4 Конституции России, которая провозглашает приоритет международных договоров, которые не денонсированы до сих пор, о территориальной целостности границ, Будапештский меморандум и другие.